Сегодня в меню – салат «Гнездо» с говядиной. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Лук – 1 часть. Зелень – 1 пучок. Сыр – 100 грамм. Яйца куриные – 2 штуки. Яйца перепелиные – 7 штук. Яблочный уксус – 2 столовые ложки. Говядина – 200 грамм, отварная. Сметанный соус – 250 миллилитров. Горошек – 200 грамм, консервированный. Для заправки салата подойдет майонез, а можно приготовить домашний соус на основе сметаны или густого йогурта жирностью 10%. В соус добавляем горчицу, немного лимонного сока, соль и зелень, по желанию. Подготовим ингредиенты. Вареную говядину нарезаем кусочками и выкладываем на большую плоскую тарелку. Лук режем мелко и маринуем в яблочном уксусе. Маринованный лук добавляем в салат. Сметанный соус выкладываем на мясо с луком. Выкладываем горошек. Начинаем формировать гнездо. Вареные куриные яйца трем на терке и высыпаем на горошек. По бортикам больше, по центру меньше. Смазываем сметанным соусом все содержимое в емкости. Твердый сыр трем на терке. Выкладываем сыр на салат, формируя гнездо. Добавляем зелень, украшая красиво салат. Сверху выкладываем вареные перепелиные яйца. Салат готов. Вкусный и оригинальный салат в виде гнезда. Вариантов такого салата множество. Есть с картофелем и огурцами, с грибами и луком. Предлагаю попробовать салат «Гнездо» с говядиной, горошком и сыром. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!